Из Уфы в Чебоксары за 2 часа. Пилотный проект авиаперевозок в ПФО действует. Напомним, что половину стоимости билета оплачивает государство. Сегодня в аэропорту Чебоксар приземлился очередной самолет. В столицу Башкирии из Чувашии самолет летает 3 раза в неделю. За билет пассажиры отдают 2300-3300 рублей. Авиаперевозки осуществляет компания «Татарстан». Она уже связала между собой города ПФО Казань-Киров, Казань-Самара-Саранск прямыми рейсами. Полеты выполняются на 9-местном легком одномоторном самолете. Экономия времени и денег очень ощутима, отмечают пассажиры. Тем не менее, самолет пока редко заполняется на 100%. У вас ощущения вообще? Хорошие. Да? Как Ан-2 раньше было. Да? Вот такая машинка. Сейчас часто летаете, хорошо. Да? Да, часто приходится. Другие направления, которые планировались ранее на Самару и Саратов, пока запустить не удается. Сказывается нехватка самолетов и пилотов. Из недостатка самолетов в авиакомпании «Татарстана» данного типа Cessna 208 «Караван», 9-местный самолет, который применяется для региональных перевозок. Вот на данном этапе у них вот нехватка самолетов и летчиков. Поэтому на данном этапе один маршрут до 1 октября пока заявлен. Но развитие мы ждем и планировалось, потому что направление освоения на Самару и на Саратов было в программе на этот год. Опять же, мы готовы как аэропорт. Все зависит от авиакомпании. Планируется, что самолеты до Уфы будут летать вплоть до 31 декабря. Размер субсидирования увеличен на 150 миллионов рублей в дополнение к уже имеющимся 300 миллионам. Она планируется, по крайней мере, до нас вот есть информация, что планируется. Авиакомпания «Татарстан» уже запросила возможность обслуживания данных воздушных судов, наличие ангаров для сохранения, если вдруг будет ночная стоянка. Мы подтвердили, что есть возможность и в ангаре обслужить, и наличие всех спецжидкостей, заправку, то есть вся техника, все соответствует для эксплуатации в любое время года. Галина Титарчук, Анастасия Алексеева, Николай Яковлев, Республика.